Концентрация опасных веществ в левобережье Новосибирска не превышает нормы. Очередные замеры сегодня провели в аналитической лаборатории. Гарью со свалки пахло после того, как сменилось направление ветра. Несмотря на то, что пожар на мусорном полигоне локализован, дым будет клубиться еще долго. Мусор тлеет на глубине в несколько метров. По информации Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, неизвестные подожгли свалку накануне днем. В итоге огонь полыхал на площади размером с футбольное поле. Сейчас на полигоне работает спецтехника, бульдозеры отсыпают грунт поверх очага возгорания.